У них ни одного. Являются ли иконы идолами? Сейчас один зашел, вот только что и говорили. Ну, я не православный, то другой, спрашивает про пятидесятников. Я говорю, вы из их среды, наверное, там. Ну, вот так это, видно, не хочет сказать. Я говорю, вы знаете, что они иконы не имеют? Да. Иконы идолы. Так, ну да, ну давай это рассмотрим. Да каждый толкует по-своему. Нет, я толковать не буду. Иисус изгнал из храма торгующих. Ты в это веришь? Ну, так написано. Давай, на 100%. Мы одинаково понимаем. Или толковать будем, что он... Нет, он просто крышу развалил, их придавило крышей. Нет, он выгнал. В храме он ничего не сломал. Хорошо. А он сказал, дом мой домом молитвы наречется, а вы его сделали вертепом разбойников. Он сказал, дом мой. Ну да. Так его дом или нет? Запишем. Дом, храм домом назвал, моим домом, да. А если его это дом, то капище это или храм? Если это идолы, то это капище. Понимаешь, рассуждения какие должны быть простые. Так, ну да. А какой это храм был? Там были изображения, иконы? Откуда они? Я спрашиваю, были или не были? Вопросы задавать к Богу, не ко мне. Не знаю, это храм Соломона там был. А где Соломона? 2 Паралипоменон, 25 глава говорит, что он разрушен был. Вы сейчас совсем не считаете Писание это. А, ну да. Ну да. Но в Вавилоне-то, когда рука писала по стене, они сосуды из храма вынесены, блудницы пили из них. Бог-то сказал в эту ночь. Ну и что? Ну да. Ну а второй-то храм как называется, уже не знаю. Я говорю, Зарававеле. В Зарававеле Иисус, сын Ясидеков, они построили. А где это написано? Иезекииля, 41 глава, 17 стих. И как сделать? Бог дал проект. И говорит, сделай резные изображения внутри и снаружи, от пола и до потолка. Это изображение икон, по-гречески икона. Икона – это изображение. Значит, Христос пришел в дом свой, в котором было полно икон, а у вас нет. Вот тут капище, то у вас, а не у нас. Ваша вера, говорит, как оглобля, на которой запрягают. Ни одной веточки зеленой нету. Ну и дальше уже разговор пошел. Ты веришь в это? Ну, давай толкуй по-своему. Христос дал указание сделать резные изображения. Христос пришел, были они там или не были? Тогда это храм не его дом. Но если его дом, значит, было так, как проект был показан. А проект 41 глава Иезекииля. Ну да. Ну а дальше ты рассуждаешь. Вы хулите, вы богохульники и святотатцы. Я его сразу провел по всем местам. И тебе по-своему толкует каждый. Толкуй по-своему. Давай про храм расскажи. Ну расскажи, что там было. Молчок. Ну, до свидания. Вот весь ответ.